Всем привет, канал Ирина Цветики. Небольшой завоз в Леруа Мерлен, Новой Адыгеи. Вот красавчик какой. Ну, на самом деле они желтые, края переливаются, вот прям желтые-желтые. С бордовым, очень красиво, как показать. Переливчатость, пакеты фабрикуют. Но орхидей немного, но они такие интересные. Вот принц леопард. На самом деле они такие красивые, яркие. Пленка, конечно, все. Смотрите, какого красавчика я нашла в глубине. Простой розовый, да? Смотрите, как расписан. Губа какая. Очень красивый, необычный. Я даже не помню, чтобы я видела такой белый беглит. Такой довольно крупненький. Такая пятнашка, но она сортовая. Но... Тоже мы не установили точно его сорт, кто как называет. Поэтому я вот даже не произношу. Боюсь нарваться. Ну, просто в разных регионах называют по-разному. А вот еще один красавчик, смотрите, такой. Ну, немножко дороже орхидеи сегодня. Сейчас я покажу цену. Я уже пробежалась вдоль, посмотрела. Всегда приятно новые орхидейки пошурудить, посмотреть. Так, тут леопард. ₽1357. Ну вот не все, а вы смотрите, некоторые. Они вот в сеточке, прикрывающие кору. Ну, мне кажется, здорово. Вроде как дышат через сеточку растения. В то же время кора не высыпается при транспортировке. Что там еще в глубине есть? Какая красота яркая. Наверное, это освещение. Вот падает свет и вроде в пакете, но так ярко смотрится. А если крутишь и вертишь, и так, и сяк, они все равно не смотрят. Ну, как его сделать желтым? Выключить подсветку? Нет. Ни блеска не видно, ни желтизны не видно. Еще один прекраснейший бегипчик. Тоже, кстати, меня просили, но это было давно и уже, наверное, неправда. Уже мы заменили чем-то, не надеясь найти. Вот так оно и бывает. Вот раз один в миксе и встречается. И все может быть, что я приеду даже через 2 дня. Ну, я обычно вот на неделю снимаю завозы. У нас среда, четверг, пятница завозы идут. Ну вот, на рынке опоздали, до сих пор нет. Обещают выходными. А в воскресенье я уже еду за цветочками, которые мне, ну, посмотрели люди с завоза и которые мне заказали. Получается, что в выходные я тоже езжу. Беглитчик красивый. Так, что же там? Внизу принц леопард. Нарбона, по-моему, такой яркий, насыщенный цвет. И пошуршим немножко. Вот нам, архаманам, нравится шуршание.
как будто сам вот ищешь что-нибудь интересненькое внутри. Так. Сейчас я уже сильнее пошуршу, отключусь ненадолго. Ну, к сожалению, тут ничего не нашла. Цветочки повторяются. Пойдем посмотрим, что осталось от старого завода. А цена почему-то увеличилась. А написано снижение цен. Ну, это сейчас все магазины. Вот они слегка уже вянут. Не 1600 они стоили, а 1300. Так и есть. Еще прибавили 45 рублей. И написали скидка. Ну вот, цветочков много. В основном остались желтенькие. Анадин, вижу, цветает. Как назло, хазар сегодня не попался. Ищу хазар. Попросили сегодня утром. Сейчас серединки. Ну тут, по-моему, их и не было. Было в планете. Заезжала я в планету, но даже не стала снимать. Цветочков мало. И стоят остаточки от прошлого завоза. Такой небольшой обзор. Всем спасибо за просмотр. Я стараюсь найти новые какие-то. Но пусть теперь не каждый день я могу выкладывать. Но все равно я не бросаю это дело. Не покидайте меня. Всем спасибо. Пока-пока. До свидания.